Губернатор Югры определил тренды. Накануне во время прямой линии президент отметил, что главам регионов тоже следовало бы проводить общение с гражданами в подобном формате. Напомню, губернатор Югры около года еженедельно проводит тематические онлайн-встречи с жителями региона. В них принимают участие волонтеры, эксперты в различных областях, представители администрации муниципалитетов и специалисты департаментов. Югорчане могут выйти на связь с губернатором и задать волнующие вопросы. За это время состоялось 43 встречи в прямом эфире, отработано более 600 вопросов, 296 поручений. Очередной такой эфир состоится в пятницу, 2 июля, и будет посвящен исполнению поручений по итогам предыдущих эфиров. Нам повезло так на региональном уровне, что у нас есть такое живое подтверждение открытости власти. Вот это отметила. И второе, то, что вот эти прямые линии и эти эфиры, они уже сформировали такое мышление, при котором, сталкиваясь с какой-то такой существенной системной проблемой, думаешь о том, что есть такой механизм, как прямые линии с губернатором.